С 7 утра на площадке технолога работает команда «Мира Белогорья». По залу установлено 5 камер, которые обеспечивают качественную картинку. Вопроса, проводить трансляцию или нет, не стояло. Было важно сделать так, чтобы каждый белгородец смог в прямом эфире услышать ключевые ориентиры и приоритеты развития от главы региона. Согласно спискам, в зале 736 человек. Заполнен он наполовину. Рассадка осуществлялась с учетом санитарно-эпидемиологических норм. Здесь сегодня представители всех уровней власти. Я думаю, оно будет очень насыщенным, поскольку это выступление после послания президента, я думаю, там информации будет достаточно, очень много, и будет задан тот правильный вектор, который мы будем все, над которым будем работать. Среди присутствующих не только депутаты областной и государственной дум. Поскольку обращение главы региона происходит на расширенном заседании, сюда прибыли и представители депутатского корпуса муниципального уровня. Мы очень надеемся на то, что мы, сохраняя все традиции, которые у нас были, мы просто будем идти вперед, вперед и вперед. Я думаю, что все будет решаться вместе с нами, с депутатами, с нашими жителями. Среди представителей муниципальной власти здесь также главы районов. Кроме того, на заседании представители основных политических партий – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Союз пенсионеров» и «Справедливая Россия за правду». Присутствуют также духовенство и представители общественных объединений и некоммерческих организаций. Для них событие знаковое, говорит о новых трендах во взаимодействии с властью. Сегодня мы впервые приглашены на такое большое мероприятие. Как говорится, нет предела совершенству, поэтому я уверен, что задача будет поставлена всем нам, и мы будем все вместе работать над тем, чтобы каждому из нас, белгородцу, жилось лучше, качественно и достойно. Обращение главы региона Вячеслава Гладкова, пожалуй, самое ожидаемое политическое событие в Белгородской области в последние месяцы. От тезисов выступления руководителя зависит вектор развития белгородчины на ближайшие годы. Глеб Дудкин, Павел Емелин. Такой день на Мире Белогорья.